Здравствуйте, уважаемые друзья. В издательстве Европейского университета, который я здесь представляю, издают очень много интересных книг, и часто мы презентуем здесь, в лектории книжного магазина «Еврейская область». Также в издательстве Европейского университета есть такая серия «Азбука понятий». Она началась чуть больше 5 лет назад, и в этой серии выходят такие небольшие книжечки карманного формата, возможно, вы все знаете. Их уже вышло за 5 лет 12 изданий, объясняющие разные понятия социальных гуманитарных наук. Сегодня речь пойдет о понятии автократия, и о своей книге вам расскажет Григорий Голосов, политолог, декан факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Я прежде всего хотел бы выразить свою признательность вам за то, что вы пришли издательству Европейского университета, лично Дмитрию, за то, что организовали это. Ну и, естественно, самому лекторию книжного магазина «Во весь голос», без которого это тоже не состоялось бы. Вот. И теперь, очевидно, в жанре презентации книги мне нужно о самой этой книге рассказать. Я постараюсь быть кратким с тем, чтобы у нас была с вами возможность поговорить о чем-то другом. Однако жанр обязывает к тому, чтобы сказать сначала о самой книге. Потом я предпочел бы, чтобы этот разговор продолжался скорее в диалоговом режиме. Так вот, о самой книге. Эта серия «Азбука понятий», она, вообще говоря, на такую специфическую довольно тему, как «История понятий». И довольно долго я отказывался писать в эту серию, потому что об истории понятий я мало что знаю. Меня интересуют скорее феномены, чем понятия. А понятия я рассматриваю как рабочий инструмент и, по правде сказать, не очень высоко их ценю сами по себе. Вот. Но потом мне предложение это поступило в такой форме, что мне уже было трудно отказаться, и я согласился. Оговорив, что книга будет все-таки о самом явлении автократии или авторитаризма. Я, кстати, спрашивал у человека, который фактически заведует этой серией, как лучше, автократия или авторитаризм. Вообще-то это синонимы. Ну, он сказал, вот автократия лучше звучит, а потом как-то одним коротким словом, хорошо для названия серии. Ладно, сказал я, пускай будет автократия. Вот. И начал писать, причем, поскольку уж я не смог удовлетворить ожидания научной общественности и написать об истории понятия, я решил уделить больше внимания таким теоретическим вопросам, с тем, чтобы эта книга не была эмпирически ориентированной только. Жанр этой книги научно-популярный. Ну и все-таки несколько слов об истории понятия я говорю вначале. Надо сказать, что история – это чрезвычайно куцая. Слово «автократия» – это, собственно говоря, и не понятие, а просто термин, который применялся когда-то в Восточной Римской империи для характеристики, или точнее сказать, одной из характеристик правителя этого государства. Он был самодержцем, ему принадлежала вся власть. Законодательное, исполнительное и судебное. Слово «самодержавие» в русском языке является словообразовательной калькой от слова «автократия». Вот, собственно говоря, и все. На Западе слово «автократия» не очень широко применялось для отображения именно западных реалий. Оно применялось именно для того, чтобы охарактеризовать форму правления сначала в Византии, а затем и в некоторых других восточных государствах. Ну и поскольку формы правления в этих государствах постепенно менялись, и прежде всего российское самодержавие рухнуло в какой-то момент, то и слово это стало употребляться довольно редко. В 80-х годах один политолог, я полагаю, из чисто вкусовых соображений, решил, что то, что к тому времени уже широко называлось авторитаризмом, можно называть и автократией. И с тех пор это слово применяется все чаще и чаще. Но хочу еще раз подчеркнуть, что авторитаризм, авторитарный режим и автократия – это в подавляющем большинстве контекстов просто-напросто синоним. Вот и все, вся история понятия.
Вот. Разобравшись таким образом с этой историей понятия, я перехожу к феномену. И когда я писал эту часть, то перед моими глазами встал эпизод вот из встречи, которая была подобна сегодняшней. Там был один человек, который обращал на себя внимание тем, что вот он сидел, и было видно, что он как-то напряженно хочет что-то сказать, но не решается. Вот. И уже в самом конце, когда я закончил, мне совсем не хотелось ни о чем больше разговаривать, потому что я устал. Его вдруг прорвало, и он сказал: вот вы здесь все хвалите демократию, а почему вы не приводите ни одного аргумента в пользу авторитаризма? Вот есть же такие аргументы, вот назовите. Но я от него как-то отделался, подумав, что действительно есть такие аргументы. И если уж у меня текст об автократии как явлении, то почему бы их не привести? Сам-то я, как некоторым из вас, вероятно, известно, придерживаюсь либерально-демократических взглядов. Вот, и отстаивать автократию мне совсем не хотелось. А в самом конце этой книги я привожу несколько таких расхожих суждений по поводу того, почему автократия плоха, там и произволы, и коррупция и все такое. Но вот начинать мне с этого не хотелось. Я хотел начать с того, чем она может быть хороша, по крайней мере, с теоретической точки зрения. И тут я начинаю с Платона, а с того же еще начинать в таком исторически-ретроспективном ключе. А Платон, собственно говоря, обосновал идею, которая впоследствии получила название в англоязычной литературе «guardianship», а по-русски чаще всего говорят «попечительство», хотя это, на мой взгляд, не очень точно. Ну и идея, если ее пересказывать на совсем уж современном языке и отвлечься от Платона, очень простая и интуитивно абсолютно убедительная. Она может быть сформулирована буквально в двух тезисах. Во-первых, что власть должна быть компетентной. Во-вторых, что народ некомпетентен для того, чтобы осуществлять власть. Из этих двух тезисов логически вытекает, что демократия является плохой формой правления, потому что она вверяет заботу о правлении тем людям, то есть народу, а слово «демократия» означает «власть народа», которые позаботиться об этом должным образом не могут. Ну и вот немножко я останавливаюсь на этом комплексе идей. А надо сказать, что там Платон Платоном, а эти идеи, они в пропаганде постоянно проговариваются, российской даже. Просто, ну, без ссылок на всякие умные вещи, потому что пропаганда не на умников рассчитана. Но постоянно говорят, что люди, которые правят, они должны знать, что делают. Нельзя важные решения оставлять на попечение людей, которые ничего не понимают. Очень любят поминать в связи с этим Ленина, с его кухаркой, которая должна править государством. И с таким менторским тоном говорят, что кухарка-то вроде бралась править государством, да не справилась. Вот, то ли дело, когда человек и компетентный, умный, зрелый, он правит хорошо, это доброе правление. А демократия, стала быть, по определению, должна быть плохим правлением. Ну вот по этому поводу скажу так, что народ по оперативным и по стратегическим вопросам управления действительно некомпетентен. Существует большой массив эмпирических исследований, которые показывают, что вот видение де Токвиля, сформулированное в XIX веке, что демократический гражданин должен быть активным, политически заинтересованным, все понимать и принимать решения абсолютно сознательно. Это видение, что не соответствует действительности ни в какой стране. Тогда нужно задаться вопросом, а в каком смысле компетентны те, кто брал бы на себя власть и отправлял ее как надлежит вот с точки зрения этой концепции попечительства. Это понятие о компетентности можно разделить на две составляющие – моральную и техническую компетентность.
Моральная компетентность – это не имеет прямого отношения к нравственности, хотя к ней тоже. Это просто-напросто ясное понимание стратегических целей общественного развития. Наличие такого знания, которое оправдывает избранный курс с широкой точки зрения. Когда человек правит не просто повинуясь каким-то вот текущим запросам, а имеет широкое видение, которое позволяет чем-то пожертвовать в определенный момент, но затем добиться чего-то большего. Это моральная компетентность. Ну а техническая компетентность – это простая вещь. И человек умеет управлять или не умеет управлять. Если человек умеет управлять, он технически компетентен, у него должна быть власть. Можно показать, что в действительности вот эти вещи, хотя они кажутся интуитивно убедительными, содержат в себе значительный подвох. Моральная компетентность – это наличие глубоких знаний, глубокого понимания того, что будет происходить. Эти понимания, понятное дело, могут быть различны, но мы знаем несколько примеров таких пониманий за последние десятилетия. Вот, например, марксистско-ленинская теория в ее советской или китайской или иных версиях давала такие понимания. Национал-социализм давал такое понимание. Но не обязательно это должны быть такие вот радикальные идеологии, которые приводят к репрессивным практикам. Эти идеологии могут быть значительно более мягкими, факт состоит в том, что они должны служить очень широким оправданием для каких-то стратегических наборов политических действий. Беда не только в том, что вот эти широкие видения, они разные, что очевидно из перечисления. Беда в том, что хотя каждое из них претендует на то, что оно выражает интересы общественного развития в общем виде, в действительности за каждым из них стоит определенный набор интересов. Иногда это эксплицитно признается самими создателями таких видений. Конечно, Маркс и Ленин признавали, что их теории выражают фундаментальные интересы рабочего класса. Хотя если всмотреться в то, что именно реализовывалось в соответствующих политических практиках, то мы можем усомниться в том, что именно рабочий класс стоял за этими совокупностями интересов. А другие могут прямо апеллировать к интересам общества, не говорить, что у них есть какие-то специфические интересы на уме, но в действительности эти интересы все равно отстаиваются. А таким образом, каково бы ни было широкое видение, лежащее в основу моральной компетентности, в конечном счете все равно люди правят в соответствии с интересами своих групп и себя. А себя они идентифицируют со своими группами. И избавиться от этого совершенно невозможно. Любая власть всегда будет преследовать какие-то частные интересы, прикрывая это тем, что у нее есть некое видение общих интересов. И что касается технической компетентности, то, ну, если я вот сейчас спросил бы вас, какими качествами должен обладать человек для того, чтобы эффективно управлять, я уверен, что в силу определенной информационной среды, в которой вы находитесь, определенное единообразие ответов на этот вопрос я бы получил. Однако и оно было бы весьма ограниченным, ответы были бы разными. Если бы же здесь были люди из совершенно разных общественных сред, то ответы различались бы до противоположности. То есть один сказал бы, что это должен быть хороший психолог, который просто умеет управляться с людьми. Другой сказал бы, что это хороший предприниматель, который может управлять бизнесом, и значит будет управлять и государством. Третий сказал бы, что это хороший бюрократ, который просто способен следовать правилам игры. Беда в том, что для того, чтобы управлять, нужны все эти качества в определенной пропорции, специфицировать которую, вообще-то говоря, невозможно. Нет такой вещи, как универсальная техническая компетентность для управления. Ну, вы скажете, ну хорошо, пускай этот человек будет прежде всего морально компетентен, а техническую компетентность, кто-то из вас может быть
согласиться, невозможно обеспечить единообразным образом. Но пускай вот он правит, опираясь на свое широкое видение, но при этом следует советам экспертов. А эксперты, по крайней мере, уберегут его от серьезных ошибок. Они скажут, как правильно сделать, вот, сугубо технически. Они не будут принимать решения. Ответственность на решение будет на мудром правителе. Но они будут предостерегать вот от таких шагов, которые с технической точки зрения явно повлекут за собой негативные последствия. А беда в том, что и экспертиза является, ну, как любое обобщенное теоретическое знание, даже если в данном случае оно опирается на практическую экспертизу, все равно содержит в себе предвзятость, обусловленную социальной принадлежностью самого эксперта. И мы не можем сказать, какая теория правильная, допустим, кейнсианская или неолиберальная. Элементы того и другого постоянно используются в государственном управлении. Однако применяются они не в силу того, зачастую они применяются не в силу того, что вот это такой технически правильный путь действий, а в силу того, что эксперты, давая свои рекомендации, в своей голове имеют еще и некие не всегда осознаваемые, но всегда присутствующие соображения, касающиеся того не просто как сделать правильно, а как сделать так, чтобы социально важные страты, если их это волнует, или наиболее передовые бизнесы, если это их волнует, или еще кто-то не оказались в ущемленном положении, потому что это соответствует их стратегическому видению и в конечном счете моральной компетентности. То есть не бывает теоретической компетентности без сопряженной морали. Есть правители, у которых моральная компетентность одного плана, а техническая компетентность другого. И мы такой пример вот прямо сейчас в России имеем перед глазами, потому что у Владимира Путина моральная компетентность постоянно накручивается в направлении такого более или менее патриархально-консервативного, даже реакционного видения реальности, а его эксперты придерживаются совершенно либеральных взглядов и, в принципе, мировоззренчески имеют с ним довольно мало общего, во всяком случае, имеют мало общего с теми взглядами, которые Владимир Путин публично высказывает, как правило. Хотя у него многообразные бывают высказывания, но как бы мейнстрим того, что он говорит, связан с тем, что он призывает следовать каким-то традиционным ценностям. Этим экспертам это совершенно безразлично, я полагаю, в личном плане, в мировоззренческом плане, в каком угодно. Но они ему дают советы, вот как там поддерживать рубль на нужном уровне, как таргетировать инфляцию, еще какие-то вещи вот такие. И так они дружно работают, причем и тот, и другие отстаивают интересы российского правящего класса. Просто делают это по-своему в соответствии со своими компетенциями. Они отстаивают интересы этого правящего класса именно в тех рамках, в которых он сложился на данный момент. Вот, как выйти из всего этого? Ну, просто предоставить право определять компетентных правителей, а тем, кто, будучи сами некомпетентными в вопросах управления, способны оценить сами практики правления. И к этому народ вполне способен. Народ, во-первых, способен сознавать в широком плане свои интересы, личные и групповые, идентифицировать себя с теми или иными политическими силами, которые тоже способны отстаивать эти интересы. Во-вторых, народ способен идентифицировать себя с политическими партиями, и даже если сам человек прилагает к этому минимум интеллектуальных усилий, то он из своей среды, родственной или соседской, или профессиональной, может просто-напросто заимствовать эти лояльности, и это будет эффективным способом экономии усилий для самого человека. Он сформирует свои предпочтения, не тратя на это сколько-нибудь существенной интеллектуальной работы. Ну и
и в-третьих, человек может судить о действиях правителей по тем объективным и, прежде всего, экономическим результатам, которые он наблюдает. А, таким образом и получается, что демократия – это, во-первых, способ решать проблему дурного круга, который превращается в недемократическое правление, когда в силу своих моральных или технических компетентностей правители постоянно преследуют одни и те же интересы, защищают интересы одного и того же класса и в конце концов начинают просто-напросто забывать об интересах общества в целом. И, во-вторых, с другой стороны, демократия позволяет народу в императивной форме высказать свои предпочтения по поводу того, кто именно, с его точки зрения, лучше справлялся бы с этими задачами. Может народ при этом ошибаться? Да, естественно, может. Но если не предоставить ему такого права на ошибку, то власть будет всегда оставаться в руках одних и тех же людей, или, поскольку люди смертны, одних и тех же групп. И негативные последствия этого, как краткосрочные, так и долгосрочные, будут более серьезными, чем те негативные последствия, которые может принести функционирующая демократия. Вот. А это в кратком очерке все, что я хотел сказать о теоретических вопросах демократии и автократии. Ну и после этого я перехожу, собственно говоря, к описанию соответствующих феноменов. Здесь вторая часть этой книги посвящена описанию авторитарных политических режимов, как они скорее существовали, чем существуют сейчас. И я выделяю несколько разновидностей: традиционные режимы, монархии, военные режимы и партийные режимы. Пожалуй, я не буду сейчас вдаваться в подробное описание каждого из этих режимов по отдельности. Об этом в книге сказано достаточно подробно и, пожалуй, даже подробнее, чем следовало бы. Но скажу так, что каждый из этих режимов обладает определенным способом приобретения власти, который так или иначе соотносится вот с этими идеями попечительства. В традиционном режиме, как бы он ни был внутренне организован, основная санкция на правление – это религиозная санкция. Человек получает власть индивидуально или как коллектив, потому что среди традиционных режимов довольно много таких, где не было, строго говоря, вот, самодержавного, единоличного правления. Получает власть в силу того, что какие-то высшие силы санкционируют это. Они могут санкционировать это просто в силу господствующей религии, или они могут это делать, позволив данным индивидам или группам совершить некие подвиги, которые служат доказательством их сверхчеловеческой мощи. Но отсюда вытекает вот эта моральная компетентность для правления. Каков источник власти при монархии? Понятно, что я сейчас под монархиями подразумеваю не современные либеральные демократии, которые совмещают парламентаризм с предоставлением церемониальных функций правления монархом, а настоящие монархии, там, где монархи располагают значительной исполнительной властью. Монархия с религиозной санкцией или без религиозной санкции базируется на идее о том, что власть передается по наследству. Как правило, религиозная санкция к этому привязана, но это не обязательно. Можно построить совершенно секулярный аргумент, который оправдывал бы существование монархии как формы эффективного управления. Вот. А партийный режим – это случай наиболее ярко выраженной вот такой вот моральной компетентности, как санкции на правление. Потому что правящая партия, как правило, располагает теории или мировоззрением, которое объясняет, в каком направлении должно двигаться общество. Вот. И военный режим, если вдуматься, то отличается от всего перечисленного тем, что у него на первый взгляд вот такой вот общей санкции нет на власть. Но если еще раз подумать,
то сама идея о том, что власть в какие-то моменты должна переходить в руки корпорации, которые, общественной корпорации, которая является наиболее патриотической, наиболее заслуженной в борьбе за независимость своей родины, наиболее честной в силу своих профессиональных занятий и высокого понимания воинского долга, наименее подверженной коррупции. Вот такие аргументы можно развивать, и они, конечно же, развивались практически всеми военными диктатурами, которые устанавливались на сколько-нибудь длительное время. Это санкционирует тоже и нахождение военных диктаторов у власти. Из каждого из этих типов оправдания вытекает определенный способ передачи власти. Но традиционные режимы варьируют по этому параметру, я не буду вдаваться в эти исторические детали. При монархии по наследству, при партийном режиме власть передается по партийной линии, в зависимости от того, как внутренне устроена партия. Но если говорить вот о партиях, которые устроены по принципу демократического централизма, то там в уставе партии всегда все прописано, когда там созывается съезд, какие он решения принимает, каковы функции Центрального комитета и Политбюро и так далее. Ну и военный режим, если он рассчитывает на то, чтобы просуществовать долго именно как военный режим, а не выродиться в личную диктатуру кого-то одного из военачальников, существует на основе договоренностей, причем довольно сложных договоренностей между разными родами войск, разными авторитетными военачальниками, людьми, которые пользуются влиянием в военной среде. И внутри этой корпорации можно разработать довольно сложные механизмы передачи власти, как это было, например, в Бразилии в 60-х и 70-х годах. Так что, если говорить о том, чем специфицируются политические режимы, то можно сказать, что они специфицируются на уровне механизмов, как способы передачи власти. Тогда мы, естественно, переходим к третьей части этой книги, которая имеет дело с наиболее распространенной в современном мире формой авторитаризма. И начинается она с того, что если мы вот все эти режимы, которые я до сих пор перечислил, поищем в окружающем нас мире, то мы их, в общем-то, практически почти и не найдем. Но начать с того, что все же довольно значительное большинство стран, которые сейчас существуют в мире, являются демократиями. Однако авторитарных режимов тоже довольно-таки много. И среди них можно перечислить несколько монархий, несомненно. Саудовская Аравия, там Оман, Катар, Бахрейн, Бутан, Свазиланд. Наверное, штук до десятка наберется. Вот. Военных режимов сейчас мало, и они периодически устанавливаются и уходят. Вот в Мьянме только что установился, но, вероятно, он не задержится надолго сейчас. А в Таиланде устанавливался и довольно скоро пошел на введение каких-то гражданских установлений. В Буркина-Фасо та же самая история. Когда-то это было чрезвычайно распространенное явление. В 70-х годах, например, почти во всех латиноамериканских странах были военные режимы. Но сейчас не встречается практически. В каждый отдельный момент времени можно насчитать до 5. Причем состав постоянно меняется, они очень нестабильные. Ну и партийные режимы сейчас сохраняются в мире только в форме тех 5 коммунистических режимов, которые остались от существовавшего когда-то мирового социалистического содружества. Китай, Вьетнам, Лаос, Куба и Северная Корея. Некоторые еще скажут Эритрея, но это такой очень неклассический коммунистический режим, если его вообще таким считать. Вот. А что остальное? Остальные режимы являются авторитарными, но формальным механизмом передачи власти в этих режимах являются выборы. А такие режимы называются электоральными авторитарными режимами, ну и соответствующее слово тоже есть, электоральный авторитаризм.
Вот это наиболее широко распространенная и быстро растущая разновидность авторитаризма в современном мире. Надо сказать, что выборы проводятся во всех авторитарных режимах. В монархиях, Германскую империю вспомним, в военных режимах, ту же самую Бразилию в 70-х годах. Ну, с партийными режимами сложнее, потому что они проводили, конечно, выборы. Те из нас, кто постарше, помнят советские выборы. Но поскольку они проводились на непартийной и даже формально неконкурентной основе, то мы их, пользуясь выражением Хармса, и за выборы считать не будем. Ну и теоретически так они не считаются выборами. Эти режимы не были электоральными в основном. Хотя мы можем себе представить однопартийный режим, который проводит выборы на конкурентной основе и даже на межпартийно-конкурентной основе. Просто на практике таких было довольно-таки мало. Вот электоральный авторитарный режим отличается не тем, что он, собственно, проводит выборы, а тем, что выборы формально являются единственным источником изменения власти в условиях этого политического режима. Другого просто-напросто нет. Но мы знаем, что эти режимы авторитарные, и вот вам парадокс. Поскольку они авторитарные, они изменения режима с помощью выборов допустить не могут, но формально они признают только выборы в качестве единственного источника такого изменения. Тогда возникает вопрос, а чем электоральные авторитарные режимы являются в действительности? А ответ на этот вопрос, который дается в этой книге, и который все шире разделяется многими исследователями, состоит в том, что в сущности эти режимы являются личными диктатурами. А они просто-напросто теоретически не могут быть ничем иным. Тогда вы спросите, являются ли другие авторитарные режимы личными диктатурами. А в каждом из этих режимов, безусловно, присутствует персоналистская личная компонента. Как она присутствует, кстати сказать, и в демократиях. Мы знаем, что власть в демократиях отнюдь не обезличена, и более того, в связи с развитием новых средств массовых коммуникаций, персоналистский элемент в демократиях сейчас постоянно возрастает. Однако во всех авторитарных режимах, кроме этого, и в демократиях, эта персоналистская компонента уравновешивается институциональным порядком, который не позволяет переродиться в личную диктатуру по полной программе. В демократии это, собственно, выборы, а в других авторитарных режимах это те институты, которые естественным образом функционируют в рамках этих режимов. То есть мы знаем, что иногда монарх может стать фактически диктатором, править по полному произволу, рубить всем голову с плеча и так далее. Но мы знаем и примеры таких монархов, которые фактически властью вообще не пользовались. А все решения принимали какие-нибудь всевластные министры, аристократы, приближенные ко двору, фавориты и так далее. Монарх не может быть диктатором, но не обязан. Партийный лидер может быть диктатором, но не обязан. Мы знаем несколько примеров действительно коллективного руководства в условиях однопартийного правления. И это не только исторические примеры. Вот, например, есть такая страна с партийным режимом – Вьетнам. Никто в мире не знает, кто фактически возглавляет Вьетнам. Ну, то есть можно в справочнике прочитать, что вот такой-то занимает такую-то должность, такой-то, такую-то, такой-то, такую-то. Но ни один из них не является диктатором, и довольно достоверно известно, хотя эта страна закрытая, что основные решения во Вьетнаме принимаются коллективно. Это не режим личной диктатуры. Ну, в военном режиме, понятное дело, власть, если он сколько-нибудь устойчивый, распределена между разными военачальниками. Я уже говорил об этом, что они договариваются между собой. Допустим, командующий ВВС крайне неохотно допустит командующего флотом к роли единоличного диктатора.
он будет служить ограничителем, как и другие видные военачальники. А поскольку в электоральном авторитаризме эту функцию должны выполнять выборы, но они ее не могут выполнять в силу природы этого устройства, в условиях электорального авторитаризма персоналистская компонента выражена в максимальной степени. Это практически личная диктатура в чистом виде. Вероятно, беспрецедентная в истории человечества вот, по степени проявленности. Понятно, что то же самое развитие средств массовой коммуникации позволяет персонифицировать власть. Еще в прошлом столетии мы заставали диктаторов, которые обладали властью именно в личном качестве, как индивидуальные правители, но которые могли себе позволить свою власть не персонифицировать, держаться на заднем плане. То есть вот иногда личную диктатуру идентифицируют с таким понятием российским и советским, как культ личности. Но когда-то были диктаторы, которые обходились без этого и правили железной рукой, но мало кто из чего знал. А, например, в Португалии был Салазар, который практически не выступал публично, да и не умел выступать. Он был очень плохим оратором. Мало кто его видел на публике вообще. Даже фотографию Салазара найти довольно большая проблема. И это человек, который правил Португалией десятилетиями. Вот. Сейчас это не так. Новые средства массовой коммуникации резко повышают публичность власти и выдвигают на первый план лидеров, для которых публичность является одним из условий их политического выживания. Поэтому я бы сказал, что вот не 20 век, а 21 может стать эпохой по-настоящему персонифицированной власти, эпохой, когда мы наконец-то узнаем, до каких пределов может доходить по-настоящему культ личности. И у меня такое ощущение, что, возможно, в нашей стране мы еще это увидим по полной программе. Вот. С вот этими характеристиками электорального авторитаризма связаны как его сильные стороны в плане его выживания, так и его недостатки в плане его уязвимости. Уязвимость электорального авторитаризма как персональной диктатуры связана прежде всего с тем, что люди смертны, и проблема передачи власти в случае смерти диктатора, которая, вообще говоря, остра для всех авторитарных режимов, для электорального авторитаризма является чрезвычайно трудноразрешимой. Я указал на смертность в качестве важного обстоятельства, но бывают ведь и такие случаи, что диктатор с очевидностью не справляется с задачами правления. Попадает в маразм, сходит с ума в конце концов. И тогда те люди, которые составляют узкую правящую группу, даже при том, что он физически остается живым, должны принимать какие-то решения по поводу того, каким образом дальше отправлять власть, не оставляя принципиальные стратегические решения на человека, который уже просто-напросто физически не способен их принимать. Вот с этими задачами электоральный авторитаризм в силу своей природы тоже, вероятно, будет справляться значительно хуже, чем другие авторитарные режимы. Почему я говорю «вероятно будет»? Потому что электоральный авторитаризм в чистом виде – это сравнительно новое явление. И люди сейчас живут долго. Медицина сделала очень большие успехи в плане продления жизни отдельных наиболее выдающихся индивидов. Системы личной безопасности развились до такой степени, что
как-то физически устранить правителя, в отличие, вот, допустим, 19 или начала 20 века, представляется практически чрезвычайно сложной задачей. Когда-то это было буквально рутиной, что вот, там, президент сошел с ума. Ну ладно, вот у нас есть этот, один анархист знакомый, он как раз специализируется по таким задачам. Анархист берет свою бомбу, идет и совершенно без проблем решает вопрос для всего правящего класса. Больше нет. Какой бы этот правитель ни был безумный, он может позаботиться о себе так, что этого анархиста на 10 километров не подпустят к тому месту, где бы он мог бы осуществить свой замысел. Так вот, я это к тому, что это все существует сравнительно недавно, а люди живут долго. И поэтому, вот по-хорошему сказать, эмпирически, мы очень мало знаем о том, каким образом могут качаться режимы этого типа. Вам постоянно будут в литературе попадаться рассуждения на эту тему. И эти рассуждения будут носить характер в основном логических конструкций, спекуляций, основанных на теоретических ожиданиях. Мы сейчас не можем эмпирически заключить, каким образом и насколько долговечны могут быть режимы такого типа. Просто недостаточно фактов, которые позволили бы сделать такое заключение. Но если все-таки рассуждать в таком теоретическом и спекулятивном ключе, то я бы исключил практический вариант, что эти режимы могут смениться путем выборов. В силу своей природы они устраивают выборы так, что они не могут привести к политическим переменам. А есть довольно бурные дебаты по поводу того, вот, что бывают опрокидывающие там выборы, бывают электорально индуцированные, так называемые цветные революции. И все это вроде бы свидетельствует о том, что может такое случиться. В общем, нет. Я бы сказал так, что когда любой авторитарный режим ослабевает до предельной степени, или когда, наоборот, эффективная демократия испытывает тенденцию к автократизации, то возможны ситуации, когда во втором случае эта тенденция может быть пресечена, а в первом случае, когда благоприятный исход из авторитаризма может быть обеспечен, вот с помощью выборов. Но по поводу стабильных, консолидированных электоральных авторитарных режимов можно весьма определенно сказать, что положить им конец выборы не могут. Это не значит, что выборы для них не важны. Любые выборы для любого авторитарного режима, в том числе и для электоральных авторитарных режимов, это полоса турбулентности, которую они проходят более или менее успешно. И если они проходят эту полосу неуспешно, то может возникнуть кумулятивный эффект, который приведет к долгосрочной дестабилизации режима и в конце концов вызовет в жизни какие-то процессы, которые действительно смогут положить им конец. Эти процессы могут не иметь вообще никакого отношения к выборам, а как это было, например, в Египте и Тунисе во время последних революций там. Ну, то есть, так получилось, что и в Египте, и в Тунисе парламентские выборы прошли буквально накануне революции 11 года. На них правящие партии побеждали с колоссальным перевесом. После этих революций эти партии просто исчезли, не стало их. Их никто не запрещал даже, они просто-напросто растворились, ушли в песок, их не стало. Вот. И даже преемников не осталось, вот политических преемников у этих партий. Значит ли это, что тунисские и египетские выборы, которые были до того, вообще никак не повлияли на перспективы революции в этих странах? Нет, не значит, во всяком случае, в Египте определенно не значит. Потому что ключевой силой в египетской революции 11 года были, как известно, братья-мусульмане. Братья-мусульмане в течение очень длительного времени поддерживали себя в качестве политической силы в Египте, участвуя в выборах. Они их не бойкотировали, не игнорировали. Им было трудно, потому что им не позволяли регистрировать свою политическую партию. Они участвовали в этих выборах как независимые там кандидаты,
как-то косвенно вели агитацию во время избирательных кампаний. Ну и это в конце концов вот так вот подтачивало режим-то. И в конце концов, когда весной 2011 года разразилось массовое недовольство, то братья-мусульмане оказались единственной узнаваемой и способной к мобилизации народа политической силой. Вот. Так что эти выборы имеют значение, но они не ведут к смене власти. Смена власти непосредственно, скорее всего, должна в условиях этих режимов происходить в форме государственных переворотов и революций. Еще раз скажу, что у нас нет достаточных эмпирических оснований делать такой прогноз. Просто потому, что очень немногие электоральные авторитарные режимы в чистом виде на данный момент дошли вот до этого момента. Однако опыт других авторитарных режимов с существенной электоральной составляющей позволяет предположить, что это будет именно так. Ну, то есть, допустим, индонезийский режим Сухарта был военным по происхождению, и он в какой-то степени опирался на армию в течение всего времени своего существования, но значение армии для Сухарта в качестве политической опоры постепенно снижалось. Ну и к концу своего существования этот режим был, наверное, скорее всего, все-таки личной диктатурой, ну, с какими-то исторически особыми связями с военными, которые для самих военных были уже не очень важны, что и показало то обстоятельство, что когда начался экономический кризис 1998 года, то Сухарта был устранен от власти самими же военными. Они не вспомнили, что он когда-то тоже был генералом. Военные передали власть гражданскому правительству, сейчас в Индонезии демократия. Хорошо это или плохо? А вот то, что электоральный авторитаризм может прекратить свое существование преимущественно такими способами. Дело в том, что сам по себе электоральный авторитаризм, ну, не сахар. Вот это плохой политический режим. Я сейчас уж не буду вдаваться в это, но там, где электоральный авторитаризм, там чудовищные, зашкаливающие по сравнению даже с другими авторитарными режимами уровни коррупции, управленческой некомпетентности. И даже те немногие достоинства, которые есть у других авторитарных режимов, электоральный авторитаризм используют в очень ограниченной степени. Ну вот, например, часто говорят, что достоинство автократии – это то, что автократ может принимать оперативные решения, он может принимать решения, противоречащие интересам каких-то влиятельных групп, если он считает, что эти группы препятствуют интересам общественного развития, вот в таком духе. Но и партийные режимы, во всяком случае, нам временами демонстрировали, что это может быть действительно так. Но у электорального авторитаризма и этого относительного и сомнительного преимущества, в общем-то, нет. Потому что правитель в условиях электорального авторитарного режима должен постоянно думать о том, что вот будут выборы, народ будет бухтеть, он не пойдет на выборы, он, может быть, проголосует не так, нам придется подделывать результаты, а это вызовет неблагоприятное внимание мировой общественности, МВФ не даст кредита. Вот такие вот рассуждения, значит, идут. Я сейчас отвлекаюсь от какой-то национальной специфики, это общее. Вот. И поэтому вот так называемую непопулярную политику, которую иногда надо проводить, электоральные авторитарные режимы тоже проводить не могут. Они просто застойные. Вот в любом плане общественного развития это застойные режимы. Поэтому плохо, когда в действительности электоральный авторитарный режим устанавливается надолго, окостеневает в какой-то прочной форме. Вот, лучше, чтобы его что-то сменило. Ну и надо сказать, что вот перспективы непосредственно перехода от электорального авторитарного режима к демократии очень слабые. А многие исследователи уже показывали, это действительно так. Допустим, военные диктатуры, если они сменяются на что-то, то они сменяются, как правило, на демократию.
Вот. Поэтому военный переворот, ну, не такая уж плохая опция, при условии, что военные не попытаются консолидировать свою власть надолго. Не призываю российских военных. А даже если бы и призывал, то уверен, что российские военные так устроены в своей голове, что им такое и в голову-то не приходит, и даже не может прийти. Потому что вот те эмоции, которые я перечислял, при характеристике вот того положительного, что можно приписать военной корпорации, эти эмоции, мне кажется, значительной части российских военных просто-напросто чужды. Они немного иначе устроены. И это дает нам надежду на то, что военные диктатуры России тоже удастся избежать. Надежда, которую я, конечно же, всей своей душой разделяю. Вот. Но раз я это сказал, то я должен сказать, что и какого-то конкретного прогноза на развитие российской ситуации я дать не могу. И по правде сказать, наиболее вероятно мне представляется тот прогноз, что нынешний правитель России будет оставаться у власти до 2036 года, а если ему, если он доживет до этого момента и останется хотя бы в минимальной степени в здравом уме, то он, наверное, захочет оставаться и дальше. Я полагаю, не у многих здесь есть сомнения в том, что если он будет испытывать такое желание, то оно будет удовлетворено тем или иным конституционным способом. Так, на мой взгляд, обстоит дело. Но сейчас я, в общем-то, высказал уже несколько мыслей, которые в этой замечательной книге совсем-совсем не высказаны. Надо сказать, что в ней Россия-то почти не упоминается. Так, несколько раз, преимущественно в связи с тем, что российские государи назывались самодержцами. Хотя один очень умный человек, не имеющий вообще никакого отношения к политологии, удосужился эту книгу прочитать и сказал мне: вот надо же, в книге-то Россия почти и не упоминается, а ведь там каждое слово про Россию. Я воспринимаю этот отзыв как лестный. Но так ли это, предоставляю судить вам самим. На этом, пожалуй, закончу. Спасибо большое, Григорий Васильевич. Особенно спасибо за то, что вы говорили о компетенциях и оценках для меня, как для специалиста. Если есть какие-то высказывания или вопросы, пожалуйста. Вопросы можно? Кажется, еще Платон заметил, что диктатура вырастает, тирания вырастает из народного представительства, то есть из демократии. Не существует ли такого закона абсолютизации власти, когда власть постепенно разрастается, по себе все больше полномочий приписывает в ущерб сужающимся гражданским свободам? Вот такой закон вы не наблюдаете в истории развития политической мысли? И как бы вы охарактеризовали, собственно говоря, политический режим современной России? Закона такого я совсем не наблюдаю. Собственно говоря, у меня нет никаких эмпирических оснований прийти к такому заключению. А я понимаю, что за вашим-то вопросом стоит какая-то особая политическая теория. Может быть, действительно связано с Платоном или еще с кем-то. Но я теоретически прогнозы обсуждать сейчас не хотел бы. Эмпирически такого наблюдения не могу сделать. А сам российский режим, как я, по-моему, довольно ясно сказал, я считаю электоральным авторитарным режимом. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а в чем, на ваш взгляд, пролегает разница между авторитаризмом и тоталитаризмом? Тоталитаризм – это не очень наполненный содержательно термин, потому что если мы попытаемся последовательно построить концепт о тоталитаризме, как его, собственно говоря, и строили в свое время
предков грузинских политической науки, все-таки от них в основном идет традиция, оперирующая этим термином, то это такой партийный режим, который полностью контролирует не только политическую, но и любую общественную и частную жизнь граждан. И, собственно говоря, вот в этом тотальном контроле и состоит его специфика. Однако эмпирически мы такого не наблюдаем нигде. То есть в Советском Союзе, в некоторых правых диктатурах 30-х годов существовали довольно широкие социальные секторы, в особенности среди молодежи, в которых проникновение государства было значительным. Ну, государство партии, поскольку это были партийные режимы. Однако гигантское большинство населения к этим социальным секторам не принадлежало, и присутствие партии в своей жизни ощущало довольно косвенно. Это в течение длительного времени не понимали люди на Западе, которые изучали Советский Союз, допустим. Им казалось, что вот как коммунистическая пропаганда рисует Советский Союз, вот такой он и есть. Потом оказалось, когда люди начали, ну, получили возможность, там, в особенности после Хельсинских договоренностей, посещать Советский Союз, там, наблюдать обыденную жизнь. Ничего этого нет, нет никакого тотального контроля. Люди в сущности делают все, что хотят, за исключением того, что прямо запрещено властями. Там, не болтай лишнего, вот, не пытайся обогатиться незаконно с точки зрения государства. Делай себе, в общем, что угодно. Я сейчас, конечно, тоже риторически преувеличиваю в духе такого, как бы, интеллигентского рассуждения по поводу советской системы. Но то, что она не была тоталитарной, вот, в смысле тотального контроля, это совершенно очевидно. То есть тоталитаризм как концепт – это пустое множество, это ничего не значит. А партийный режим – это адекватный термин для отображения того, что было в Советском Союзе и, допустим, в Италии в 30-х годах. Вот так я бы сказал. Протесты имеют какую-то функцию или какой-то смысл? То есть на что они могут оказывать влияние, какую роль они вообще играют? Ну, протесты – это то, чего правители в условиях электорального авторитаризма боятся уж точно не меньше выборов. Я уже сказал, какие риски для них сопряжены с выборами. Вот общая дестабилизация, недовольство, вытекающая отсюда угроза переворота там, дворцового или военного. Но все то же самое абсолютно можно сказать и о протестной активности. И более того, протестная активность более опасна. Когда ты фальсифицируешь результаты выборов, то шишки падают на людей, которые с тобой, как с правителем, сделать ничего не могут. Там всяких чиновников в избирательных комиссиях, там, школьных учителей, которые считают и все такое. На них падают шишки-то за фальсификацию выборов непосредственно. И ты их можешь наказать, ты можешь ввести суровые наказания, которые не будешь применять, но которые будут над ними висеть. И они будут постоянно находиться вот в таком моральном страхе, что с одной стороны они фальсифицируют и знают, что начальство этого от них хочет, а с другой стороны они боятся этих наказаний. Вот, а правитель смотрит на все это с мудрой улыбкой. Вот, но на людей, которые справляются с протестами, правитель не может долго смотреть с мудрой улыбкой, потому что он знает, что главная опасность для него исходит именно от них. То есть вот мы видели в Белоруссии, там, с какой чудовищной жестокостью силовики подавляют все это дело. И они подавляют и подавляют, а конца краю этому не видно. Но в действительности и конец и краю этого есть. Рано или поздно силовики начинают понимать, что они делают то, чего могли бы не делать, платят за это достаточно высокую цену, а во
всяком случае, репутационную, в соседских каких-то средах, в которых они находятся. Их начальники понимают, что они платят за это цену, потому что они оказываются кровавыми палачами собственного народа. Вот. И вот это главная опасность, которая для режима вытекает из протестов. Извините за такой цинизм, но эти протесты представляют тем большую угрозу для режимов данного типа, чем больше вовлекаются во взаимодействие с протестующими правоохранительные органы. На фоне нынешней обострения политической ситуации многие интеллектуалы, ну вот вроде вас, начали перечитывать романы 1984 и «Скотный двор». Им вот кажется, что перспектива нас ждет именно такая. Вот вы не перечитываете эти произведения? Нет, как-то я не перечитываю эти произведения. Я вообще, если вас интересует, а в книжном магазине, возможно, уместно было бы даже и спросить такое, сейчас перечитываю Мережковского, третью часть трилогии «Христос и Антихрист» Петра Алексея. Вот, а вот такую литературу мне как-то и в голову даже не приходит читать. То есть такой перспективы вы не усматриваете? А перспективы такой нет, я не усматриваю. И это не нужно, понимаете, проблема с этими режимами, которые претендовали на то, что они тоталитарные, а итальянский режим, например, он прямо называл себя таким, они действительно хотели все контролировать, и убедились в том, что контролировать все, в общем-то, нельзя, они доказали это на собственной практике. А современные автократы знают, что контролировать все, и, в общем-то, и не надо. Надо контролировать какие-то ключевые точки общества, и в особенности те точки, откуда может исходить потенциальная угроза для их власти. А все остальное можно пустить на самотек. То есть вот как стихийно, в конце концов, коммунистические партийные режимы стали функционировать, так, в принципе, их устраивает вот этот новый. Они, ну, не стремятся к тому, чтобы устроить скотный двор, не нужно это. Еще вопрос. Да, как в диктатурах происходит транзит власти, и можно ли этот опыт перенести уже на электоральную автократию? То есть все ли диктаторы кончают плохо, и после этого какие режимы обычно устанавливаются? Нет, ну я сказал, что для каждого из типов авторитарных режимов, которые я выделил, существует отдельный способ передачи власти. И поэтому исторически вот эта проблема передачи власти, она не была особенно острой. Она обострялась по мере того, как режим переставал носить свои институциональные характеристики и перерождался в личную диктатуру. Допустим, в Гвинее Секутуре сначала в течение длительного времени возглавлял режим, который был партийным. Партийная составляющая из него постепенно вымывалась. Даже Демократическая партия Гвинеи была под конец его правления переименована в партию государства Гвинеи. Ну а понятно, что если партия и государство одно и то же, то это значит, что у нас фактически нет партии. Вот он превратился в диктатора в чистом виде. Он помер, оставив наследника. Этот наследник оставался у власти месяц после его смерти. После этого его свергли военные. Я это к тому, что из персоналистского режима выход путем трансформации самого этого режима значительно сложнее, чем из ранее существовавших институционализированных форм авторитарного правления. То есть, если вы спросите меня о том, какова наиболее вероятная перспектива для режимов данного типа, то это переворот или революция. Хотя для того, чтобы оперировать вот этими понятиями, нам нужно их как следует различить. А различить их трудно, потому что в любой революции принимают активное участие вооруженные силы. То, что мы называем Великой Октябрьской социалистической революцией, но называли когда-то, это было фактически военным переворотом. В значительно большей степени, во всяком случае, чем то, что
мы называли февральской революцией. Еще вопросы, пожалуйста. Можно еще раз? Я вас последний вопрос принимаю. Больше не буду вас принимать вопросы. Я по поводу Китая и создаваемой в Китае системы вот такого цифрового, так сказать, кредита, социального кредита. Сейчас вот принимается у них изменение в гражданский кодекс, где эта цифровая система отслеживания, поощрения или наказания, она будет уже частью гражданского общества, будет кодифицирована. И вот что это из себя, по вашему мнению, будет представлять? Действительно, цифровой концлагерь или что это, к чему это ведет все это? Ну, я бы сказал так, что это действительно одна из самых опасных тенденций в развитии китайского режима, который остается коммунистическим партийным. Она тем более опасна, что этот режим может быть потенциально стабильным. По правде сказать, если рассуждать более широко о Китае, то мои наибольшие опасения с Китаем были связаны потому, что он до последнего времени выглядел как довольно-таки высокоинституционализированный партийный режим. То есть там власть действительно передавалась по партийной линии. В таком формате этот режим мог просуществовать десятилетиями, если не веками. К счастью, товарищ Си Цзиньпин эту гармонию нарушил. То есть ему захотелось стать диктатором, и он стал. А коммунистические партийные режимы всегда содержали в себе такой потенциал. Так что это меня несколько успокоило. Но с другой стороны, за счет того, что эта персоналистская компонента в китайском режиме возросла, возросло и желание к контролю, к созданию гарантий для власти, теперь уже единоличного диктатора. А технологически Китай может это сделать. И действительно, он может зайти в этом очень далеко. Я совершенно с вами согласен в том, что это очень опасная тенденция. Но нужно также понимать, что сейчас это тенденция. То есть вот этот цифровой контроль, он на данный момент может быть обеспечен по отношению к довольно узким социальным стратам только в больших городах. Я уверен, что они будут это расширять. Вот, я не знаю, как далеко это зайдет, сейчас это еще не зашло очень далеко, к счастью. Еще вопросы, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, можно ли стратегическое голосование считать одной из опасностей для электоральной автократии? Какое голосование? Стратегическое или умное голосование? Ну, как вам сказать, для автократии представляет опасность выборы вообще. Это не смертельная угроза, как я неоднократно подчеркивал, они не покончат с автократией сами по себе. Но это период опасной турбулентности, который автократия может пройти более или менее успешно. Любая социальная активность, направленная на повышение этой турбулентности, способствует в конечном счете борьбе против автократии. И я бы сказал, что стратегическое голосование с этой точки зрения – это очень хорошая опция. Дело в том, что любой электоральный авторитарный режим сталкиваясь с рисками, создает ситуацию, при которой для довольно широких оппозиционно настроенных секторов населения складывается ощущение, что на выборах просто нечего делать, не за кого голосовать. И это ощущение в России было по полной программе реализовано уже где-то к 2011 году. А стратегия, которую предложил тогда Алексей Навальный, «Голосуй за любую партию, кроме Единой России», нанесла очень серьезный ущерб российскому авторитаризму. То есть это было выступление 2011 и первой половины 2012 года, это был фактически первый случай такой массовой активной борьбы. Они поняли, что это опасно, и после этого начали вдвойне активно защищать политическое поле от всех, кого оппозиционно настроенные избиратели хотя бы отдаленно могли бы счесть достойными того, чтобы за них проголосовать.
В этих условиях стратегическое голосование в версии умного голосования, которое предлагает Навальный, представляет собой как бы следующий шаг против шага, который сделала власть. Хорошо, у нас нет для вас хороших кандидатов, но идите, голосуйте за кандидатов, которые могут выиграть у единороссов и таким образом обеспечить уменьшение их представительства. А эти люди, когда они будут избраны, они не будут представлять наши интересы. Или, во всяком случае, лишь немногие из них смогут принять во внимание то обстоятельство, что они победили отчасти благодаря умному голосованию. Скорее всего, они этого не признают. Вот. Это не способ сформировать правильный состав парламента, чтобы об этом не говорили некоторые, особенно рьяные сторонники умного голосования. Но это способ доставить неприятности режиму, способ увеличить для него турбулентность. И учитывая, что другой-то сколько-нибудь приемлемой линии поведения на авторитарных выборах просто нет, я считаю, что это отличное изобретение для оппозиционно настроенных граждан. Ну и судьба Алексея. Еще вопрос? Не скажу вам, я вам сказал, что больше на ваши вопросы отвечать не буду. Вопрос по поводу современного российского режима. Почему, несмотря на свою явную автократическую сущность, он вынужден апеллировать хотя бы формально к демократическим ценностям и каждый раз подтверждать свою легитимность через выборы? Это суть режима. Ну да, пожалуй, Дмитрий компактно ответил на ваш вопрос, но я еще раз повторю, что в условиях электорального авторитаризма просто нет другого способа сохранения или передачи власти, как через выборы. И именно сохранение власти через выборы является для него основополагающим принципом. Вот вы задаете вопрос, почему, ну, если называть вещи своими именами, Путин не идет на выборы. А что ему делать, как не идти на выборы? Объявить себя пожизненным президентом? Это он мог бы сделать. Он мог бы это вписать в Конституцию в действительности, но он не хочет, потому что он правильно понимает, что это был бы скандал, и скандал совершенно излишний. Он увеличил бы турбулентность для режима. Вот. Когда ему предлагали, а я так понимаю, что ему предлагали отказаться от формальной власти в качестве президента и занять какой-то другой формальный пост в качестве вот Елбасы, возглавить Госсовет. Я так понимаю, что эта идея в начале прошлого года обсуждалась на практическом таком уровне. Он тоже счел это слишком рискованным для себя. То есть вот, не участвовать в выборах, но позволить участвовать кому-то другому, это одни риски. И когда его изберут, нет никаких гарантий, что он не избавится от предыдущего правителя. Но отменить выборы вообще, это риски тоже, причем не меньшие. А средний путь, это вот идти на выборы, постоянно на них выигрывать, постоянно зачищать поле от всех сколько-нибудь жизнеспособных конкурентов, мириться с тем, что значительная часть населения будет считать эти выборы фикцией, но какая-то часть не будет, и поэтому их лучше проводить. Это я сейчас излагаю уже на пальцах то, что теоретически просто-напросто вытекает из самого концепта электорального авторитаризма. Еще вопрос. В России правящий класс, собственно, кто? Это номенклатура, то есть это чиновники, грубо говоря, или крупный бизнес? Ну, это чиновники и крупный бизнес. Это довольно большое сословие. Я просто к тому, что да. В статье вот недавно писали, на Инсайдере, по-моему, я читал, что необходимо ждать, скорее всего, раскола элит, чтобы какие-то сподвижки были. То есть вот поэтому среди кого ожидать... Я понял вас, но под расколом элит понимают разные вещи. Вот. И если вернуться, так сказать, к истокам, а когда этот раскол элит был создателями транзитологии, охарактеризован в качестве одного из механизмов смены авторитарного режима, то они-то, насколько я понимаю, имели в виду раскол внутри узкой правящей группы. То есть вот есть правящая группа, в ней есть несколько таких ключевых людей, принимающих решения. Среди них выделяются, как называли эти транзитологи,
ястребы, и голуби, и голуби начинают сотрудничать с продемократическими силами, а ястребы отстаивают авторитаризм. И вся эта картина, она на самом деле довольно слабо проецируется на то, что происходит в условиях личных диктатур. Потому что у Дональда и Шмиттера, когда они все это писали, у них перед глазами были латиноамериканские военные диктатуры. А мы с вами уже говорили о том, что узкая правящая группа военной диктатуры состоит из нескольких человек, каждый из которых располагает определенным обеспеченным ресурсами авторитетом. А российская узкая правящая группа состоит в значительной степени из людей, которые знают, что своим положением они обязаны Путину. Либо напрямую, просто-напросто потому, что Путин им это дал. Либо косвенно, потому что они это сами взяли в 90-е годы, но потом Путин мог отобрать, но не отобрал. Вот. И когда говорят о расколе элит, то это, с одной стороны, ну, такое довольно-таки правдоподобное видение того, что должно произойти для того, чтобы российский политический режим сменился. А с другой стороны, нужно видеть, что если мы наблюдаем, так сказать, обозреваем то, как этот режим фактически функционирует, то перспективы на такой раскол довольно слабые. И люди, которые пытаются как-то обосновать то, что может произойти, они говорят, что вот, Запад будет принимать санкции, и им будет обидно, у них у всех дети на Западе, у них собственность на Западе и так далее. И это правда. Вот. Но если мы спросим себя, кто для них страшнее, вот этот Запад с санкциями или Путин здесь, то ответ, я думаю, очевиден. Ответ, я думаю, очевиден. Вот. И страшен даже, ну, не в том смысле, что Путин их может хуже наказать, а в том, что, скажем так, Запад у них может отобрать только часть чего-то. Тут придут и отберут, а да. Путин у них может отобрать все. Они откалываться от него, поэтому не очень хотят, боятся. А некоторые, которым Путин все дал, они не хотят, конечно. Поэтому, да, вы считаете, что слабый вариант у нас переход к демократическому режиму, наоборот, автократии? Отчасти да. В России очень много в действительности негативных факторов, не способствующих демократизации. Но это, несомненно, один из них. Да. Все? Ну ладно, тогда.